Коли квартирне питання псує взаємини. А пишет йому мать дом. А ти, Дашка, і дальше мотайся. І сестра більше не довіряє брату. Не підписувай нічого, що би тобі не підсовував Дімка. Як зберегти родину? Дорослі діти зі своїми сім'ями зібрались у батьківському домі, щоби привітати матір із ювілеєм. Я хочу сказати тост. За вас, моїх дітей. Мені з вами дуже повезло. Дашенька і Дімочка. Но я хочу, щоб ви знали, якщо вдруг мене не стане, то пам'ятайте, що ви рідні люди. И всегда заботьтесь. Всем здрасте. Даш, можно тебя на минутку? Нин, у тебя что, дом горит? Слава богу, после того, как ты переехал, поджигать некому. Даш, я сейчас. Слушай, ну что ты так взволновалась? Ну, Нинка подождет. Ну. Мила, я на 5 минут. Даш. Мамочка, я быстро. Не, ну всегда это Нинка не вовремя. Ну, ладно, мам, давай, за тебя. Да. И... Мамочка, давай. Опа. Давай, зятёк. В моей семье все недолюбливали Нину, нашу соседку и мою школьную подругу, и считали первой сплетницей в городе. Но я-то её хорошо знала и была уверена, что если бы действительно не случилось что-то серьёзное, она бы никогда не ворвалась в дом моей мамы, да ещё и во время застолья. Ну, говори. Ой, тут такое дело, даже не знаю, как и сказать. Нет, ну ты, конечно, можешь мне не верить. Нин, не тяни. Ты что, моих не знаешь? Сейчас гонца пошлют. Говори, что случилось. Короче так. Я тут узнала, что твоя мать решила дом полностью на Димку переписать. Что? Я тебе серьезно говорю. Информация верная. Она с этим даже к нотариусу ходила. А нотариус знаешь кто? Светка. Ну, которая Борьку у Людки отбила. Я с ней потом еще в больнице лежала, помнишь? Ай, забудь. Но информация точная. Блин. Ну вот, обскакал тебя твой братец. Ну, конечно. Всю жизнь у родителей в любимчиках ходил. А теперь что? Отпишет ему мать дом. А ты, Дашка, и дальше мотайся по чужим углам. Нет, она этого не сделает. Димке и так квартира бабушкина досталась. Это мы с Мишей столько лет уже живем у его родителей на птичьих правах. Ну да. А у тебя еще и Олька почти невеста. Через пару лет скоро замуж приспичит. Куда ей мужа тянуть? К деду с бабкой на голову? А здесь дом, сад, огород. Да здесь лучше, чем дача. Слушай, Нин, это твоя Светка, она не врет? А зачем ей это? Ну да. Ну да. Так, короче, я побежала, все сказала, все, пока. Как мне не хотелось верить в то, что я услышала, но и не поверить я не могла. Димка действительно был любимчиком у наших родителей, а после смерти папы он начал веревки вить из матери. О, вы уже закончили? Да. Ну, и что на этот раз тебе рассказывала твоя подружка-аферистка? А тебе ли не все равно? Опять обо мне сплетничали? Вот у человека самомнение. Ты думаешь, нам больше с Нинкой не о ком поговорить? А о ком же вы говорили? Слушай, мелкий, ты чего ко мне пристал? Ир, куда ты? Ну, тяжело. Тебе в твоем положении нужно себя беречь. Слышал, Димочка, меня беречь надо. А, смотри, ему все равно, беременна я не беременна, лишь бы ему хорошо было. Прекращай. Я решила не портить праздник и в тот день не стала выяснять отношения с матерью. Но не поговорить с братом я не могла. Наступного дня Дарина пішла до брата, щоби з'ясувати в нього, чи правда те, що їй розповіла Ніна. Привет. Привет. Только не говори, що ти мимо проходила і вирішила зайти на чай. Не скажу. Слушай, Димка, мені тут Ніна вчора говорила. Что? А говорила, что не обо мне сплетничали. Ну ты врушка, Даша. Перестань. Это серьезно. Мама и вправду решила дом переписать на тебя. Ну а если и да, то что?
Что значит что? Ты и так бабушкину квартиру отхапал. Хотя и старше, она должна была достаться мне. Слушай, ты хоть понимаешь, что нас сейчас трое, а скоро будет четверо? И где нам ютиться в этой однокомнатной квартире, Даша? Там места вообще негде ступить. Но ты хотя бы сам себе хозяин, а я живу у свекрови. Слушай, только не надо бить на жалость, хорошо? Я же прекрасно знаю, как они к тебе относятся. Дашенька то, Дашенька это. А квартира их и дача после смерти кому достанутся? Мне, что ли? Ну ты эгоист, Димка. О, а ты не такая. А Ирка что, курит? В ее-то положении. Тебе показалось. Ладно, Даш, слушай, нам пора. И еще, ты, пожалуйста, не лезь куда не следует, хорошо? Ты хоть и старше, но просто есть вещи, о которых ты вообще не догадываешься. Все, давай. Наверное, мне бы стоило прислушаться к совету брата, но я была настроена очень решительно и не собиралась спускать все на тормозах. Після розмови із Дмитром Дарина була сама не своя. Все, що відбувалося в її родині, здавалося їй підозрілим. Дарина не довіряла братові. Вони мені все врут. Ти можеш собі це представити? Угу. Даш, ти о ком? О Дімці з Іркою. Угу. Ну, во-первых, вона ніякая не беременна. Я бачила, як вона курила на балконі. Ну і? Ну, а во-вторых, мать дійсно вирішила переписати дом на Діму. Спочатку квартира, тепер дом. Ну и что? Слушай, чё ты все время кипятишься, а? Тебе что, негде жить? Миш, дело не в этом. Просто... Да, кстати, я забыл тебе сказать. Мои родители, после того, как папа уйдет на пенсию, они решили, что на целый год они уедут на дачу. Мама так и говорит. И дом будет под присмотром. И не будет у нас под ногами никто путаться. Миш, ты сейчас совершенно не об этом. Твои родители замечательные люди. И я ни капельки не сомневаюсь в искренности их намерений. Но речь сейчас о моей маме. Слушай, моя родная теща, вот если она уже так решила... Миш, ты что, тупой? Ты что, Димку не знаешь? Да как только она подпишет эти проклятые бумаги, тут же окажется на улице. Слушай, Димка, конечно, у вас не подарок, но выгнать собственную маму на улицу, это уж знаешь... Ты его совершенно не знаешь. Хорошо, что у мамы хоть я есть. Я-то о ней позабочусь и никому не дам в обиду, даже ее любимчику. Я была уверена, что мой братец задумал что-то плохое и готова была любой ценой помешать его планам. Но для начала мне нужно было поговорить с мамой и убедить ее не делать глупостей. Наступного дня Дарина вирішила навідати матір. Мам, привет. Привет. Ты чего трубку не берешь? Я тебе все утро пытаюсь дозвониться. Так я же на улице, а телефон в доме. А я всегда забываю его с собой взять. Да и потерять боюсь. Ой. Ладно, мам, у меня к тебе серьезный разговор. А ну, возьми лейку, помоги мне. Сля, а разговор-то о чем будет? Я уверена, что разговор тебе не понравится, и ты даже будешь спорить. Но я тебе все равно скажу. Ты не должна переписывать дом на Димку. Кто тебе это сказал? Мам, какая разница, кто мне сказал? Мы обе прекрасно знаем, что Дима за человек. Слышишь, а ты меня уже измучила своей ревностью к своему брату. Мам, я просто не хочу, чтобы ты оказалась под забором. Потому что из-за смерти папы ты вообще не соображаешь, что делаешь. Но почему ты всегда делаешь выводы до того, когда все узнаешь, а? Не знаю, мам, может, я импульсивная, но не в этом случае. Я тебя очень прошу, мамулечка, не подписывай ничего, что бы тебе не подсовывал Димка. Потому что я чувствую, что они что-то с Иркой задумали. Да тебя как послушаешь, дочка, так кругом все одни негодяи. И довериться некому. Даже родным детям. Мам, потому что оно так и есть. Господи, я... Даже не знаю, как я могла воспитать такую упрямую ослицу, как ты. Ой, мам, ты знаешь, вот в этом я как раз вся в тебя. Я шла домой и думала, как же трудно помочь человеку, который просто из-за своего упрямства не хочет принять твою помощь. А ведь я искренне была уверена, что поступаю как лучше.
Я когда к ней пришла, она у нее такие вот глаза. Я даже не представила, что вот у нее будет такая реакция. Ты представляешь, ее родители... О, подожди, сейчас. Привет. Ну что, что-то выяснила? Все так, как ты говорила. Ну, и что ты собираешься делать? Не знаю, я пыталась с мамой поговорить, но она меня слушать не хочет. Слушай, я вот это вот думаю. С чего это Димке вдруг приспичило так срочно этот дом получить? А вдруг он боится, что если с тетей Любой что-то случится, ему придется с тобой делиться имуществом, а? Подожди, а что с мамой может случиться? Она молода, да и особо на здоровье не жаловалась. Ну тогда что? Я думаю, что мой братец что-то задумал. А вот что? Не знаю. О! А ты с Иркой поговори. Она у вас никогда особым умом не отличалась. Вдруг проболтается? Ну все, не переживай ты так, все наладится, все будет хорошо. Я с тобой. Знаешь, что я с тобой. Все, давай. Как я сама не догадалась поговорить с невесткой. Она, конечно, хитрая под стать Димке, но в отличие от него не умеет держать язык за зубами. Этим я и решила воспользоваться. Привет. Привет. Да не надо. Что ты тут делаешь? Ну, я ходила в поликлинику, а сейчас домой иду через рынок ближе. Давай. А как тебе Дима вообще позволяет такое таскать? Тем более в положении таком. Да нормально. Ребенок сильнее будет. Ты думаешь, я когда с Семой ходила, меньше носила? Да. А что у тебя тут? Камни? Нет. Огурчики, капусточка, картошечка, морковка. Много всего. А как ремонт в туалете? Закончили? Ну да. Хотя, ты знаешь, вроде все совместили, но места как-то больше не стало. И однокомнатная квартира для семьи – это хуже будки, честно. Ну, что ж поделаешь. Какие варианты? Ну, есть варианты. У нас просто в тамбуре двушка продается по нормальной цене. И что? Ну, если ее купить, сломать стену, будет отличная трешка с двумя санузлами. И тамбур. Представляешь? А на кухне поставить барную стойку, большую, знаешь, такую, бокалы повесить. Классно. И маленькое кресло детское поставить для Семки. И для второго. Здорово, да. Я когда услышала про эту двушку, у меня сразу в голове все пазлы выстроились. Я поняла, зачем Диме мамин дом. Продать его и купить себе вожделенные метры. Вот только я очень сомневалась, что маме нашлось бы место на тех метрах. Привет! Мы дома. Привет. Мама, что ты делаешь? Да, что-то случилось? Я переезжаю. То есть, как это переезжаю? Почему? Мама, папа, вы что, и поссорились? Ну, при чем здесь это? Просто я узнала, что задумала эта семейка. Я костями лягу, но их планы поганые поломаю. Слушай, Даш, ну не горячись. Давай сядем, поговорим. Ну, решим, что делать. Тебе лишь бы садиться и говорить. А между прочим, судьба моей матери решается. Оль, перестань. Я всего лишь на пару дней. Надеюсь, вы этот дом без меня не сожжете и соседей не затопите. Мама, вы точно не будете с папой разводиться? Ну, нет, конечно. Потом поговорим. Все, я вас люблю. Я понимала, что промедление может обернуться катастрофой. И решила в тот же день переехать к маме. Но, по-моєму, вона не дуже обрадувалася цьому. Дарина не могла сказати матері, чому вона переїхала до неї, тож вирішила схитрувати. Дашенька, і все-таки я не розумію, ну яка муха тебе укусила? Ну чим тебе Міша не угодив? Мама, ти нічого не знаєш. Ну хорошо, тоді розкажи мені. Я ж повинна хоч причину узнати, раз ти вирішила повернутися жити додому. Давай не зараз. Ну хорошо, давай не зараз. А надовго ти вирішила ко мені перебратися? Может быть и навсегда. Ты же меня не выгонишь. Как это навсегда? Ты в своем уме? У тебя же семья. Мам, боюсь, что мне с Мишей придется развестись. А жить у его родителей было бы как-то странно после этого. Но ты мне никогда не говорила, что у вас все так плохо. Ты тоже со мной особо не откровенничаешь. Мам, что-то не так? Я тебе мешаю. Может, не уйти? Ну, куда ты пойдешь? Оставайся. Ну, просто я думала... Ай,
Пойду я лучше огород поливать. А Олечка-то с кем жить останется? Скорее всего, со мной, но мы еще не решили. Конечно, мне было очень обидно, что я мешаю родной матери, да и врать ей тоже было неприятно. Но я утешала себя, что все, что я делаю, это делаю ради ее же блага. Тим часом дочка Дарини та Михайла дуже переживала. Дівчинка думала, що батьки посварилися, тому мама і поїхала. І хто тут у нас сирість розводить, а? Ну, по якому поводу? Ти знаєш. Ну, якщо ти по поводу того, що там мама у нас на пару днів уїхала, то... На пару днів? Ти думаєш, що я не знаю, як все буде? Спочатку на пару днів, потім нам потрібно пожити віддільно, а потім все, Оленька, вибирай, з ким ти хочеш жити, з мамою або з папою. Оль, ну послушай, ну не все так плохо, как ты думаешь, ну? У Лены и Кристины тоже все так было. Оля! Да хватит уже! Вы взрослые, только о себе и думаете. А у меня вы спросили, хочу ли я выбирать. Нет, не хочу, я хочу жить с вами обоими, понимаешь? Уже кілька днів Дарина жила в будинку матері і пильнувала. Вона збиралася зробити все, аби брат не отримав батьківської хати. Мам, що ти іщеш? Я? Ти так швидко прийшла? А я подумала, а ти не бачила, де мій паспорт і документи на дім? А зачем они тебе? Ну, неважно, ты мне скажи, видела или нет. Я видела. А вот ты их не увидишь. Пока не пообещаешь мне, что ноги моего братца в этом доме не будет. Ну, это мне решать. Мам, ну почему ты упрямишься? Неужели ты не понимаешь, все, что я делаю, это исключительно ради твоего блага? Ты мне потом еще за это спасибо скажешь. Значит, следить за мной, воровать мои документы, делать вид, что я вообще выжившая из ума старуха. Это ты все считаешь для моего блага? Мамулечка, ну давай ты не будешь передергивать. Сейчас ты в таком состоянии, что ты сама не понимаешь, что для тебя лучше. Вот я знаю, что для меня лучше, а вот ты не знаешь, что для меня лучше. Это... Здрасте. Здрасте. Даш, нам поговорить надо. О чем? Ну, давай выйдем. Вечно ты не вовремя. Я была зла на Мишу за то, что он появился не вовремя. Поэтому его слова пропустила мимо ушей. О чем потом не раз пожалела. Ну, чего тебе? Ну, я вообще за тобой. Что? Даш, возвращайся домой. Ну, ну, пожалуйста. Что случилось? Ну, дело в том, что... После того, как ты ушла, Оля просто как с цепи сорвалась. Она хамит мне, не слушает меня. Ты хоть с ней поговорил? Ну, я пытался. Но она ушла в свою комнату, включила музыку на полную громкость. Я вообще не понимаю, что с ней в последнее время происходит. Вообще. Переходной возраст. Плюс папа, который никогда и ничего ей не запрещает. Да, ну, я просто люблю ее. Ну, ты же знаешь, я считаю, что у ребенка должна быть свобода выбора. И мама, которая эту свободу контролирует. Даш, ну, ну возвращайся. Ну и в этот дом, а? Ладно, идем. Мам, я перезвоню. До свидания. Ничего не можешь решить. Миша всегда был слишком мягким. И поэтому все, кому не лень, старались вылезть ему на шею. Когда мы поженились, меня это сначала трогало, но со временем стало очень сильно раздражать. Мама, ты дома? А что ты делаешь? Ты где шлялась? Во дворе сидела, а что? На часы посмотри, 10:30. Ну и что, папа мне разрешает? Уже нет. Так, иди обувайся, а я сейчас вызову такси. А куда мы едем? К бабушке. А папа? А папа остается здесь. И хватит задавать мне дурацкие вопросы. Если нечего сказать, лучше помолчи. Я никуда с тобой не поеду. Что? Если мне приходится выбирать, то я выбираю папу. Немедленно вставай и иди обувайся. Нет. Я два раза повторять не буду. Пошли. Нет. Нет.
Вообще-то, с Олей я всегда старалась все решать мирным путем уговоров и объяснений. Но в тот раз она мне действительно достала. Пусти меня, я все равно никуда с тобой не пойду! С сегодняшнего дня никакого компьютера, никакого кино! Я научу тебя, как слушаться мать! Даш, ну что ты делаешь? Ну, это же не метод! Еще ты мне научишь, что метод, а что нет! Меня каких-то 3 дня не было, Олька вообще от рук отбилась! Слушай, ну, возможно, мы все погорячились, Не но... трогай меня! Что, предложишь сесть и поговорить? Ну, я просто подумал, что, ну... Ты рохля! Папа, не рохля! А ты заткнись! Не ори на нашего ребенка! Да ты тоже заткнись, неудачник! Что ты встала? Давай иди обувайся! Такси долго ждать не будет! Если быть до конца честной, то я потом не раз пожалела о том, что Миша мне попался под горячую руку. Після того, як Дарина силоміць перевезла доньку до матері, ситуація лише погіршувалася. Олечка, ти чого компотик не п'єш? Не хочу. Это все? Да, я наелась. А ну-ка сядь і докушай. Не хочу. Я кому сказала? Олечка, ну не зли, мама, ну ти ж знаєш. Мама, не вмешивайся, ми самі розберемося. Ну вы, конечно, разбирайтесь, но у меня уже вот такая голова от вашего постоянного орания. Вот видишь, это ты во всем виновата. А тебя уже все устали, папа, я, даже бабушка. Что ты несешь? Ты вообще соображаешь, что можно говорить матери, а что нет? А ты? Я же слышала, как ты вчера на бабушку кричала. Ах ты маленькая дрянь! Не тронь ее! Мама! Мама! Сердце сейчас. Пока я приводила в чувство маму, я випустила із виду дочку, і Оля цим воспользовалася. Дівчинку шукали до самісінького вечора, але так і не знайшли. У Речки її нету. І у Катьки теж нету. Я вже всіх оббігала. Господи, куди ж я могла піти? Мішки дзвонила? Міша, ти тільки знала, що я тебе вислушала. Где же ее искать? Надо тебе звонить в милицию. Я не... Так, подожди. Какая милиция? Может, она домой вернулась? Тетя Любя, давай зайдем. Да подожди, ты не лети, ты так. Даш, да не лети ты так. Ну, успокойся. Не у тебя дочка пропала. Ну, что ты сразу панику начинаешь поднимать? Ну, чего она пропала? Ну что, Даш? Довольна? Ты о чем? Это ты во всем виновата. Ты и твое глупое упрямство. Я сейчас иду в милицию. И если с моей дочерью хоть что-нибудь случится, я тебе никогда этого не прощу. Боже мой. Я билась из последних сил. Я хотела как лучше. Но оказалось, что это никому не нужно. Ну что, нашлась Оленька? Нет, мам. И куда же она могла пойти? И где же ее теперь искать? И что мы без нее делать будем? Мам, пожалуйста, не причитай. И без тебя тошно. И куда мы с тобой только смотрели? И о чем мы только с тобой думали? Мы, мам? Да это ты виновата вместе со своим Димчиком. А Дима-то тут при чем? При том, мам, что пока я спасала тебя, твоего любимчика, вся моя жизнь покатилась к черту кубарем. А я тебя не просила себя спасать. Мам, эта тема вообще закрыта. Я решила и точка. А я все равно от задуманного не откажусь. Ты так и знай, если ты мне не вернешь ворованные документы, я все равно себе новое сделаю. Документы? Тебе нужны твои документы. У тебя внучка пропала, а ты только об этом и думаешь? Вот твои документы, и делай, что хочешь. Как я от вас всех устала. Мы вообще за вещами. Солнышко, беги в комнату. Беги. Ты тоже собирайся. Я? Да. Но я же хотела... Или ты с нами идешь сегодня домой, или я завтра подаю на развод. Таким я своего мужа никогда не видела. Я поняла, что Миша не шутит. И если я хотела сберечь семью, я должна була прийняти його условия. Дарина повернулася додому, та на серці в неї було неспокійно. А подруга тим часом підливала Олії у вогонь. Я тебе здесь уже битий час під під'їздом жду.
Ну, вообще-то, телефоны давно придумали. Могла позвонить и предупредить. Могла бы. Но такие вещи по телефону не рассказывают. Короче, сядь. Да не хочу я садиться. Сядь, а то сейчас упадешь. Я тебе такое расскажу. Короче, твой Дима дом ваш продает. Честное слово. Ну, я случайно его разговор подслушала. Он с каким-то Владимиром договаривался о цене. Ну, я обещал, что проблем не будет. Представляешь? Ты что, мне не веришь? Верю. Я тогда действительно чуть не упала. Не успела мама переписать дом на этого гада, как он уже нашел, как им распорядиться. Я не могла этого допустить. Миш, я хочу с тобой поговорить. Да, отойди, пожалуйста. Ну, что там у тебя? Я узнала, что Дима хочет продать дом мамы. Ну и что? Как что? Ну ты не понимаешь разве? Мама никогда бы не согласилась продавать этот дом. Это почему? Ну, если все так, как ты говоришь, и Дима действительно собрался продавать дом для того, чтобы покупать квартиру, ну, нормально. Нет, Мишенька, потому что мама с папой сами построили этот дом своими руками. Ну и что? И она говорила, что после смерти можете делать с ним что хотите, но пока она жива, нельзя, понимаешь? Слушай, ну почему ты решила, что мама не может передумать? Нет, не может. А что это ты задумала? Я хочу поговорить с мамой. Опять? Слушай, ну ситуация с нашей дочерью тебя ничему не учит. Милый, ну я всего лишь поговорю. И все. Если она мне скажет, что она сама решила продать дом, тогда я и даже думать об этом не буду. Я тебе клянусь. Ну-ну. Угу. Ты не хочешь пойти со мной? Не-не-не. С меня хватит. Вот так. О. Мне было очень обидно, что мой муж вел себя как страус, который при первой же возможности прячет голову в песок. Ссориться я с ним не хотела, и поэтому пошла к маме сама. Но там, судя по всему, меня не ждали. Ты далеко собралась? Почему калитка закрыта? Где мама? Дома ее точно нет. А где она? Слушай, во-первых, перестань истеричить, а во-вторых... Что ты с ней сделал? Подожди, куда ты уходишь? Ты еще не ответил мне на вопрос, где она? Я тебе говорю, на мужа своего орать будешь, ясно тебе или нет? Придурок, ты понял кто? Я тебе расскажу сейчас. Даша, что случилось? Что случилось? Я не знаю, где мама, понимаешь? Я тогда очень испугалась. Мне показалось, что мама уже нет в живых. Если бы только знала, какие ужасные вещи творились в тот момент, я бы не тратила время на ссоры с братом. Солнышко мое, ну, может, ты выпьешь таблеточку, а? Не хочу ничего пить, поставь. Ну, что такое? Ну? Дима что-то с ней сделал. Я это чувствую. Ну, ты уверена, что пока вы с Димой ругались... Теща не отсиживалась в доме. Уверена. Странно все это. Я тебе говорила. Вот что теперь делать? Ну, в первую очередь надо сначала успокоиться. А завтра мы с тобой вдвоем пойдем к теще и попробуем со всем этим разобраться. Папа, ну ты же обещал завтра сходить с нами на пикник на целый день. Света уже со своими родителями договорилась. Селена тоже. Вот что я им теперь скажу? Скажешь, что планы поменялись. Тем более лес от нас никуда не убежит. Вот так вот всегда. Только о себе и думайте. А на меня у вас никогда нету времени. Оля, вот давай поговорим с тобой как взрослые люди. А вдруг с бабушкой случилась какая-то беда? Оль, доченька. Отстаньте от меня все! Я была в отчаянии. Моя жизнь рушилась на глазах. Наступного ранку, як Михайло й обіцяв, вони з Дариною пішли до її матері. Так. І що тепер робити? От бачиш, я тебе говорила. Що робити? Так, держи. Я зараз. Дом теж закрит. Я так понимаю, ключей у тебя тоже нет? Нет. Ну, что ты там видишь? Ну, не молчи, Мишенька, скажи, пожалуйста. Ну, похоже.
Похоже, в доме никого нету. Тут вообще такой бардак. Знаешь, создается такое впечатление, что теща куда-то очень быстро собиралась. Ну куда? Ну, я надеюсь, твой брат ответит на этот вопрос. Было странно наблюдать, как на моих глазах вечный рохля и нытик, мой муж, превращался в настоящего мужчину. Если бы я не волновалась о судьбе моей мамы, я бы, наверное, начала им гордиться. Но в то время мне было не до того. Не на жарт перелякане подружжя попрямувало додому до молодшого брата Дарини Дмитра. Вони не сумнівалися, що він знає, де зараз їхня мати. О, вам чего? Привет. Димка нужен. Поговорить с ним. На работе. Войти можно? Смотря для чего. Ирочка, ты, главное, не нервничай. В твоем положении это вредно. Дима, в каком положении? Ты что, не видишь, что она не беременная? Даш, ну перестань. Ну посмотри, какой у Иры животик. Да жрать нужно меньше, животика не будет. Слушай, ты думаешь, я не понимаю, зачем вы с Димкой про эту беременность придумали? И зачем же? Чтобы маму разжалобить и дом отхватить. Ты думаешь, что говоришь? Я думаю, да я всегда думаю. А вот ты... Слушайте, вы вообще представляете, что вам будет за то, что вы сделали с мамой? Слушай, да пошла ты. Слушай, да не пойду, да не пойду. Тихо, тихо, смотри. Девочка, девочка. Я тебе сказала. Все. Четко. Да отпусти ты меня. Коров. Дверь открой, корова. Даш, смотри, она тебя поцарапала. Да отпусти ты меня. Ты чего вообще стоял? Ты что, не видел, что она делала? Или ты ждал, чтобы она меня убила? Даш, да если бы вместо Ирки Димка был, да я бы с ним поговорил по-мужски. А так я с женщинами не дерусь. Да интеллигент ты хрена, вот ты кто! Да ты заткнешься когда-нибудь вовремя! Пожалуйста! Я поняла, что если я действительно хочу найти маму и понять, что с ней случилось... Я должна взять себя в руки. И ни в коем случае не ссориться с Мишей. Иначе я рисковала потерять не только маму, но и мужа. До самісінького вечора Дарина с чоловіком шукали матір. Ну и где нам теперь ее искать? Ну, скажи спасибо, что в больницах ее нет. Да и в морге тоже. Я уже не знаю просто, что себе думать. Привет. Привет. Ну что, нашли бабушку? Пока нет. Ты знаешь, если мы ее в течение 3 дней не найдем, придется писать заявление в милицию. А у меня для вас сюрприз есть. Сюрприз? Я надеюсь, хороший? Ну, не знаю, это уже вам решать. Идемте. Вы же, наверное, голодные, да? Ух ты! Слушай, какая красота! Это ты что, все сама сделала? Да. Ну, молодец. Спасибо, родная. Боже мой, ты меня прости, пожалуйста, золотце. Прости, что я тебя кричала, я тебя так люблю. Прости, родная. Это ты меня прости, я вела себя как эгоист. Девочки мои, я вас так люблю. А бабушка найдется, правда же? Обязательно найдется, я вам обещаю. Ну. Это был первый самостоятельный ужин моей дочери. Но важно было не то, что она приготовила еду, а то, что мы, наконец, помирились и простили друг друга. Минуло ще кілька днів, а від зниклої жінки так і не з'явилося жодної звісточки. Нарешті, не витримавши страждань дружини, Михайло вирішив примусити її брата розказати правду. Привіт! Що? Тебе Дашка послала, да? Хватит ламати комедію. Где моя теща? Прости, но я тебе не могу об этом сказать. Почему? Ну не могу и все. Слушай, Димка, ну ты же нормальный мужик, а? Нет, я, конечно, не верю фантазиям своей Дашки. Но ведь какое-то объяснение исчезновения мамы Любы должно быть. Да оно есть. Ну просто... Что просто? Миша, не трогай его. Так, стой, Ира. Миша, я сказал, не трогай. Миша, не трогай его. Ира. Миша, я тебя прошу, по-хорошему, не трогай его, пожалуйста. Да елки-палки. Говорил, что не умеешь с женщинами драться. Я и не дрался. Она вообще на меня сама налетела, как бешеная. А, это хорошо, что Димка был рядом, оттащил ее. Я вообще боялся, что она мне глаза выковырит. Так, пошли.
Пошли, куда? Пошли. Куда? Куда? Но если Дима что-то и знает, он нам точно ничего не скажет. Нам может и нет. А вот им выложат, как миленький. Пошли. Не то чтобы я очень доверяла милиции, но это был последний шанс найти маму. Но я решила этим воспользоваться. В отчаянии написала в заявлении, что подозреваю в похищении мамы родного брата. Так минав час, а ситуація не змінювалася. Дарина божеволіла від хвилювання та невідомості. Да. Алло, да, что такое? Короче, срочно беги домой. Что случилось, Нин? В смысле, к тете Любе? Алло, Нина! Когда мне Нинка позвонила, у меня внутри все оборвалось. Я помню, еще тогда подумала, не зря мое сердце чувствовало беду. Даш, ты мне извини, ты только не злись. Просто дело в том, что тетя Люба... Где она? Там, Даша, но ты успокойся. Но ты же знаешь, что она... Что сталося с матерью Дарины? Что будет с родиной? Дело в том, что тетя Люба... Где она? Там, Даша, но ты успокойся. Но ты же знаешь, что она... Вы видели? Что делать, что делать? Идти успокаивать ее или что? Я не знаю, ну, капли есть у кого-то какие-то? Дни неизвестности, вечного страха настолько измучили меня, что мне хотелось как можно быстрее все это прекратить. И я готова была увидеть все, кроме того, что увидела. Мама, ты живая? Мамочка моя, прости меня, родная, пожалуйста. И ты меня прости, доченька. Я за эти дни столько передумала. Мамочка, а где ты была? Мы уже не знали просто, где тебя искать. Ничего, милая, уже все позади. Даш, выйди на минуту, нужно поговорить. Я не хочу с тобой разговаривать. Иди, доченька, иди. И помните, что роднее у вас никого нет. Берегите друг дружку. То, что я тогда услышала от моего, как мне казалось, беспутного братца, повергло меня в шок. Мені до сих пор стидно об этом вспоминати. Коли нарешті все було позаду, брат розповів Дарині таємницю, яку вони з матір'ю від неї приховували. Слава Богу, операція пройшла успішно, но мамі ще треба восстанавливаться. Так от, коли ми узнали, що мамі потрібні гроші на операцію, а таких грошей у нас нету, ми з Іркою вирішили продати квартиру. Подожди, а чому ви мені нічого не сказали? Даш, як тобі скажеш? Ты же вспыльчива. Поэтому мы решили обойтись без тебя. Подожди, а где вы собирались жить? Как где? В доме. Дом большой, места всем хватит. Подожди, но а зачем нужно было в срочном порядке переписывать документы на тебя? Даш, это не я решил. Это мама решила, понимаешь? Она-то знала, что ей операцию должны будут делать. И неизвестно, чем все закончится. Поэтому и решила подстраховаться. Блин, ну ты свинтус. Все равно можно было мне хоть как-то рассказать. Я уже не знала, что тут думать, чуть с ума не сошла. Как рассказать, Даш? Ты же никого никогда не слушаешь. Ты же прешь, как танк по пересеченной местности. Ладно. Давай мириться. Мир. Даш, только заявление из милиции забери, хорошо? Да. Потому что мне участковый звонил, говорит, вы обвиняетесь в похищении людей. Конечно, заберу. О, боже мой, ну я и дура. Да-да, есть немножко. Привет. Ну как тетя Люба? Даш, ты на меня не сердишься? Слышишь, Нинка? Ты в следующий раз, перед тем, как из-за кустов выглядывать, хорошо подумай, окей?
Потому что я могу перепутать тебя с котом каким-то и сапогом в тебя запустить. А лучше вообще не выглядывай. Мы как-то в своей семье сами разберемся. Даш, ну ты что, обиделась, что ли? Да не обращай внимания. Я же хотела как лучше. Вечно исполняет. Ну, слава богу, что с мамой все нормально. Как врачи, они точно уверены, что с мамой? Да нормально, я с этим говорил, с главным, этот Альберт. Теперь я точно знаю, нельзя сделать никого счастливым насильно. Даже если вам этого очень хочется. А Димкина Ирка в положенный срок родила девочку. Правда, я до последнего сомневалась, беременна она или морочит нам голову.